В преддверии Дня народного единства в Копейске пройдут необычные соревнования – 7-й городской чемпионат по мобильному фотокроссу. Организаторами выступили Центр детских СМИ «Я и мы» и отдел по делам молодежи. Всего на данный момент у нас уже 15 заявок, то есть получается будет 15 команд. Ребята, получается, должны будут в социальной сети ВКонтакте вступить в группу мобильного фотокросса, получить задание и приступать к участию. Команда формируется 4 человека, это максимум. Каждый час будут выкладываться задания, и ребята должны их будут выполнять в течение 60 минут, и потом присылать свои фотографии, свои работы. Плюс будет еще, помимо 7 заданий, 2 специальных задания. Это посвященному первое задание Дню народного единства, как и сам мобильный фотокросс посвящен Дню народного единства. И второе задание – это портрет, автор-портрет команды. Такие соревнования проходят в Копейске ежегодно и собирают большое количество любителей фотографии. Для участия достаточно иметь мобильный телефон с камерой и выходом в интернет. Фотокросс начнется с 10 часов утра, старт. Вот. А финишная будет на 4 часа назначена. Все должны справиться, уложиться во время. Если кто-то не уложится, будет опоздание, невыполнение, допустим, каких-то моментов, то, получается, команда автоматически снимается. По итогам победители первое, второе, третье место получат специальные призы от отдела по делам молодежи, грамоты, дипломы, денежные призы тоже будут. Лучшие работы участников будут опубликованы в группе «Мобильный фотокросс» в социальной сети ВКонтакте.